потянула, потянула холодком осенних писем, и в тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло в печь осеннего огня. Что же делать, что же делать? Постучаться в ваши двери и как будто от убийцы от себя себя спасать. Первым к вам войдет отчаяние, следом я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. Ни везенья, ни урядец, стал замерзшим водопадом. Мне тепла от вас не надо, не тревожьте водопад. Только осень листопадом, только ты с последним взглядом. Я ж просил тебя, не надо, все вернули мне назад. Уезжал в зеленый омут, убегал в волшебный город, и к прыжкам сквозь арки радуг сам себя тренировал. Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужной ложью пустоту ночей бессонных и восторженных похвал. Потянула, потянула холодком осенних писем, желтых, красных, словно листья, устилающие путь. И опять лицом в подушку ждать, когда исчезнут мысли. Что же делать надо? Надо придержаться как-нибудь, придержаться.